Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь в салоне красоты 12 месяцев на процедуре плазмолифтинга. Первый этап процедуры – это забор крови. Сейчас пациента готовит врач-дермокосметолог Эльвира, готовит пациента для забора крови. Работаем одноразовыми шприцами. Все абсолютно стерильно. Так, дальше что мы делаем после забора крови? Мы переливаем кровь в пробирку, тоже стерильную одноразовую пробирочку. Так. И второй этап процедуры. Мы погружаем пробирку в центрифугу. Для чего, Эльвира, мы это делаем? Для того, чтобы отделить эритроцитарную массу от плазмы. Откройте, пожалуйста, еще раз центрифугу. И что мы будем вводить? Так, когда у нас через 5 минут у нас обработается кровь. И затем мы берем плазму, прокалываем лицо или ту зону, которая у нас является проблемной. Для улучшения тургора кожи, эластичности, для улучшения цвета кожи, для сужения пор. Вот с данной клиенткой мы над чем будем работать? Здесь у нас возможно улучшение состояния кожи в общем, в принципе, как антивозрастная программа, плюс сужение пор, так как кожа является жирной, комбинированной. Вот, борьба с изменением сосудистой стенки, то есть нарушение проницаемости сосудов, укрепляем сосудистую стенку. Вот. И повышаем эластичность, уменьшаем количество мелких морщин, если есть на коже. Скажите, сколько процедур нужно сделать? 10 процедур делается 2 раза в неделю, как правило. Вот. Но, опять же, в зависимости от проблемы. Если это борьба с акне, то тогда процедур может понадобиться больше. Хорошо, спасибо большое. Так, у нас осталось 4 минутки.